сейчас происходит тот момент, который называется крах капитализма. Идеология, по которой сейчас живет мировое сообщество, философия, корпоративная. Заработать бабки. Для того, чтобы заработать бабки еще, а заработать еще бабки для того, чтобы реинвестировать, чтобы заработать еще. И конечная цель получается просто в зарабатывании бабок, 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 больше, больше. А это же неправильно вообще. Это паразитирующая философия. Она не должна существовать. Ценности должны быть в жизни. Это не бабки. Ценности – это человек, в первую очередь, например, я. Да, каждый для себя должен быть самым главным и самым ценным. Не бабки. И его близкие. Вот. Он и его близкие, семья. Вот ценность в чем. Деньги никто не отменял. Деньги нужны обязательно. Но все-таки отношения, они важнее денег. А сейчас происходит, что деньги важнее отношений. Какой-то волчий вот этот вот. Ведь мы же люди. Мы можем как-то договориться. Не соперничать друг с другом, а сотрудничать. И тогда будут все в шоколаде. И обязательно есть люди, которые там, знаете, про слепую там сестренку, которая там тазик пельменей на день рождения сделали, они тыкают в этот тазик. И я такая, говорит, представляю, какой вы брату, сколько вы брату пельменей наварили. Ну, завистливые. Такие люди есть, и не всегда будут. Но надо смотреть на других людей. Умных самодостаточно.